Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Анатолий, и вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой темы, как истина. Это слово означает правду, действительность, суждение, которое проверено опытом, временем и практикой. И философы всех времен человечества, они очень много рассуждали на эту тему, что же является истиной. И они пытались определять границы истины в человеческом понимании и познании. И истина богатых и бедных всегда была разной. Истина расовая, атеистическая и религиозная, она всегда была разной. И бывала истина относительная и абсолютная. И для христиан истина – это прежде всего живой Бог, Его Сын Иисус Христос и Дух Святой, с которыми реально можно общаться через молитву и получать от живого Бога вразумление и наставление, утешение в своей жизни. В Евангелии от Иоанна, 8 главе 32 стихом, Иисус Христос сказал людям: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Это очень важное суждение для каждого человека. И Иисус сказал также: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, то есть к Богу, как только через Меня». Это тоже Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стихом. Господь Бог есть истина. Он есть Бог живой и Царь вечный. Это у пророка Иеремии стоит в 10 главе, 10 стихом. Итак, истина. Ищут ли люди истину? Нужна ли она им? Хотят ли они быть свободными? Это большой вопрос. И каждый по-своему относится к этому серьезному вопросу. Порассуждайте на эту тему, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.